По принципу слышащего государства в селе Алга-Абасы Рымского района сельчане выбрали акима сельского округа. Каждый проголосовавший озвучил ряд проблем и задач, которые предстоит решить новому руководству села. Голосование проходило в трех избирательных участках в селах Алга-Абас, Жанаунер и Акра. В целом право голоса в этих селах имеют 906 человек. Из них на голосование пришли 753. Активность сельчан хорошая, и это понятно, ведь они выбирают будущее для своего села и для своих семей. Каждый человек выбирает по своим принципам. Для меня важно, чтобы акимом был человек деятельный, понимал народ, чтобы старался для развития, был хозяйственным и следил за состоянием наших сел. На пост акима сельского округа были выдвинуты три кандидатуры: Уркен Аминов от партии «Аманат» и два самовыдвиженца — Арман Токтаров и Совет Умурзаков. Из трех кандидатов Уркен Аминов набрал максимальное количество голосов – 574, это 76% голосовавших. Арман Токтаров набрал 148 голосов, это 19%. За Совет Умирзакова отдали голоса 20 избирателей, или 2,6%. В результате Уркен Аминов назначен народом акимом сельского округа. По словам председателя избирательной комиссии, наблюдателей и доверенных лиц кандидатов, нарушений и замечаний по выборному процессу не было. Алмагуль Джампиисова, Дауренко Жахметов, Айдус Кисимов, телеканал Акжаик.